меня есть стая. Круто. То, что по один из рабочих, чтобы это меня радует. Победу, мы должны уничтожить все основные цели, пока они не строятся. Элка, короче, такой типа. Ой, да ладно, что там сложного, что там сложного, короче, такой. Раз сейчас написал. Нет, что-то сложновато как-то. Типа, посмотрел, как ты на бойце прошел, ну, типа, и сам прошел, там вообще изи. Ну, блин, естественно, на бойце изи, как бы. Ты же боец. Боец вообще фигня. Боец, мама, я не умею играть. Боец только таким, как я, нужен. Ну да. Криворуким, кривожопым. У меня вопрос. А? Нас здесь будут атаковать с какой-то стороны? Да, со стороны поездов. Короче, есть смысл ставить. Туанки. Ну, воздух нас атаковать вроде не будет. Плевать. Все равно сделаю застрой. Смотри, там. Так, мне нужно, знаете что? Мне нужна оружейка. Хочу оружейку. А еще хочу пилон. Хочу 2-3 пилона. Хотя ладно, пока с одного гита наварплю. Только что поменять. Жизнь за Айур. Чертов двигатель нельзя. Наша ярость безгранична. Ну, типа ты же за тиранов не можешь поменять здание. Ну, в том плане, повернуть его. У меня вопрос, ты в курсе, что вот здесь тоже есть? В курсе. И вот отсюда нас будет нападать больше. Такой, типа, невзначай, да, комментарий? Типа, ты раньше сказать не мог? Нет, я знал. Сейчас, подожди. Жизнь за Айю. Надеюсь, ты мне там не закрыл проход, чтобы я мог спускаться все-таки вниз. Нет. Понятно? Открой, пожалуйста. Ладно. Он уже додумался побежать обратно. Жизнь за Айю. С камни ломать долго. Я предпочитаю их взяли сразу ломать. Требуется больше виспена. Больше виспена, пожалуйста. Короче, смысл в 21 раб есть. Раба здесь выходить не вижу. Хотя, может быть, теперь сделали нормально. Нужно построить больше пилонов. Серьезно? Я что-то не заметил, как у меня пилоны вдруг кончились. Противники выдвигаются. Вот первый выдвигается противник. Мы встретим их лицом к лицу. Там он защищенный сейчас поезд идет? Да, естественно. Ну, допустим, защиту-то я сломаю. У меня есть 4 марика. Они опасны. Очень. Контакт с враждебными зергами. Понятно, против нас зерги. Это не очень круто. Ну, терпимо, но не круто. Или это только был... А, это не поезд. Фу, ё-моё. Напугали. Я-то думал, на нас уже поезд едет. Чуть не обкакался. А вот теперь поезд едет, окей. Она пытается скрыться. Цель направляется к точке эвакуации. Не знаю, успею я там камни додолбать? Нет, не успею все равно. Окей. Чё? У меня застройка. Кашки. Разместите строение в энергетическом поле. Все записываем на двойку. Скидываем мул. Палки-палки. Жизнь за Айю. Иди работай. Идешь? Я уже там. Жизнь за Айю. За Арданиса.
Войска противника направляются к нашей базе. Долбаем поезд, чё? Мы едины. Мы сражаемся. Пофигарим поезд. Жизнь за Айю. Ул-Ас Андари. Особу чести. База союзников подверглась на манеру. Я же говорю, у нас снизу будет идти. Уничтожена. Ставь вызов. Отлично. Мы не дали ей уйти. Я бессмертный узелка. Приказывай. Не кричи. В смысле? Они говорят так. А, в этом смысле. Нужно построить больше пилонов. Так, у меня есть где-нибудь рабы. Нужно построить больше пилонов. Так, смотри, на нас сейчас сверху будет нападать. Я, кстати, друбил там. Ой, бедняжка. Моя воля исполнится. Особу чести. У нас отдали. Нужно вас. Жизнь за Ай. Нужно вас. Жизнь за Ай. Слабенькие они какие-то поначалу. Вышла пробочка, да? Строй мне, пожалуйста, много-много пилонов. Цель. Необходимо уничтожить ее, прежде чем она скроется. Полный они вперед. Они пытаются сбежать. Нельзя этого допустить. Полный вперед. Разработка завершена. Так, ладно, я вниз тогда бегу. Ну, надеюсь, ты мне где-нибудь там подсветишь. Жизнь за Айю. Так, тебя построить, тебя построить. Ты на базу выходить, я так понял, вторую не хочешь, да? Хочу, но камни-то не разбиты. Особу чести. Но я пока их, извини, не могу разбить. Приказывай. Даю нашим воинам щиты. Отлично, партнер. Пошла мясорубка в бой. Особу чести. Моя воля исполнится. Ну, я думаю, добьют они, по идее. Сейчас воронку делать будем. Ну да, должны добить. Там еще вот отсюда снизу будет идти самый такой дополнительный. Ну как сказать, ну ты понял. Окей. К моей базе подходят гости. И они не шибко дружелюбные. Не-не, у меня есть танки. Я уже здесь, можно сказать, задефался. Не хватает минералов. Эту сторону я очень хорошо защитил. Жизнь за Айю. За Арданиса. Так, ну теперь они быстрее, лучше, веселее развлекают. Но мне нужно все-таки выходить на долбанную базу. А минералов у меня все нет. Взять их, что самое печальное, неоткуда. Я пулов могу накидать. Обнаружена основная цель. Необходимо уничтожить ее, прежде чем она скроется. Она быстро перемещается. Воины, не дайте ей уйти. Так, ну что, встречаем? Я еду. Okay. В принципе, может на горе вот здесь разложиться. Вот с краю, где газилка моя. И хреначе тихо оттуда. А я буду здесь. Пехот только не спусти. Я хочу разложиться до конца. Обнаружена дополнительная цель. Она пытается скрыться. Нам нужно на доп. Цель срочно бежать.
Добьешь здесь соло поезд? Да. Бегу тогда на доп цель. Хочу доп минералы, доп опыт, все что только можно доп сделать, все хочу. Не хватает минералов. Вступаю в бой. Мочи говно. Приближаются отряды противника. Готовьтесь. Может, мы мочите вы ее, а не... Знаете что? Нет, Марик случайно в танки затесался. А. Как-то танки очень хорошо, поэтому всем постреляли, да? Нет, не в этом дело. Короче, шутка знаешь в чем? Оу, наверх срочно! Всем жопа, давай я на тебя их выманю. Ну, блин. Ты понимаешь, что я всех не выманю на тебя. Жесть, жесть, жесть. Обнаружена основная цель. Она пытается скрыться. У нас две цели. У меня очень жестко коцанные отряды пока что. Уничтожьте. Базу не развивал особо. Окей. Открой сверху проход, я на минералы пошли там своих ребят. У меня наверху все открыто. Ну, все окей. Я пошел тогда на второй проход. Стоять. Давай. Ты на низ, я наверх. А здесь выстоим, ну, точнее, выстоять-то мы выстоим, а вот... Что дальше? Вот снэкс. Ходим во вторые базы и так далее, и так далее. Ну, это понятно. Ну, все же. Я сейчас решил в наглую тупо поезд резать, больше ничего. Такой планчик, конечно, хреновенький довольно. Но, тем не менее, работоспособный планчик. Нормально. Я все. Зонды, правда, атакуют. Я тоже. Даже умудрился чуть раньше. Мортал жалко. Я засек вражескую атаку. Противник направляется к нашей базе. Давайте добейте уже. Вдруг тоже добейте. Отлично. Покатились. Ну, пока опять все на меня. Так что ты пока можешь отдыхать, в принципе, относительно. Сейчас тут... А, там воздух. Ну. Или ты справишься у нас, в принципе. Там не только, кстати, воздух. Там очень много чего. Мне твой танчик жалко. С одним хп, который. Ты видел. Че там у тебя воздух совсем? Обнаружена основная цель. Она пытается скрыться. Так, ладно, я на цель, ты там добьешь. Так, время нужно не тратить. Ее убрать, пока не улизнула. Разместите строение в энергетическом поле. А я вылезу. Отлично, отлично, отлично. Я лечу на вторую базу. А? Я лечу на вторую базу. Давай. Я вроде уже скачал вторую базу. В принципе. Более или менее, по крайней мере. База союзников. Жизнь за тобой. Чувак. Какую базу атакует? Я вижу. Что, что, что я могу сделать этому одному гидролиску? Убить?
союзников подверглось нападению. Ваши союзники вступили в бой. Меня плетка била откуда-то. Сверху. Там как бы есть откуда им бить тебя. Так. Довольно изи, в принципе. Противники хотят нас уничтожить. Замёшь? Дай им достойный ответ. Да. И я пока так там сижу, отдохну немножко. Тут парень бесится, а вот миксера нельзя было позвать в совместку. В смысле? Ну, типа он мне предлагал давным-давно, я типа говорю нет. А мне что ли этот, ты сейвишь как-то меня? Да. Я только, я как его называют, я это заметил, но думал типа это то ли они делают так, или тут или что-то такое. Не-не-не, это от меня сейв идет. Я вернулся. Это типа последнее дыхание, а-ля. Как я верхний. Необходимо уничтожить ее, прежде чем она скроется. Новая задача. Нам нужно как можно скорее вынести эту цель. Спасибо, Рейнер. Без тебя бы не догадались. А вдруг? Не хватает минералов. Минералов не хватает эпилонов. Непонятно. А сейчас... В принципе, даже без Mortal справляемся. Хорошо. Мортал здесь особо даже не нужны. Ну, можно построить, конечно. Будет. Почему нет? Хотя бы два Мортала. Ради фана. Оу. Оу. Обнаружена дополнительная цель. Она пытается скрыться. А тебе. Лучше дополнительную цель кинул. Сейчас я это убью и дополнительную цель буду фигачить. Ну просто два гибрида как бы. Есть такое подозрение, что я не вынесу поезд. Я свой развалится в салате. А может и вынесу. Просто он далеко пройдет, как бы, но вынесу. Ваши союзники вступили в бой. Все, я и доп цель сейчас он навалил. Ваши союзники завершено. Мне кажется, сейчас доп целью займись, я довалю уж это. Все взорвалось. Держите нас по ветру. Отлично. Дополнительная задача выполнена. Все, больше поездов доп не будет. Надо гибриды все убить будет. И все. Там один гибридик у тебя был, я так понял, да? Основная задача скоро гибриди будет выполнена. Осталось не так много времени. Это боец? Что скажешь, партнер? Покончим с этим? Что-то в этом духе. Не знаю. Бегаешь с 3-3 весело. Ну, у меня пока. 2-3. Это последний, кстати, по-моему. Я понял. Я сейчас нам еще небольшое бессмертие дам, если отойдешь. Ну что, нападаем? Давай. Эх. Я укрываю наши войска щитами. Спасибо за помощь. Как-то так. Готовьтесь, противник приближается к нашей базе. Господи, да, всем насрать. Победа! Как-то так.
Славный бой, мой друг. Где там этот чудик? Блин, мне не хватило чуть-чуть вообще. Печалька.